В Краснодаре прошел традиционный губернаторский бал для выпускников. Более 2000 юношей и девушек со всех уголков края, отличников, золотых и серебряных медалистов, удачно сдавших ЕГЭ, выпускников, отличившихся в творчестве и спорте, прошли по звездной красной дорожке к Дворцу спорта «Олимп». С каким настроением на губернаторский бал в Краснодар отправились более 40 лучших школьников Славянского района, смотрите в репортаже Тины Копачевской и Георгия Калинина. Губернаторский бал проводился в 9-й раз. По традиции лучшие школьники, призеры олимпиад разных уровней по различным предметам, активисты и спортсмены отправились на краевой выпускной вечер. Провести выпускников на бал пришли родители, учителя, друзья. Наша съемочная группа также пришла, чтобы поинтересоваться, как настроение у славянских выпускников. На губернаторский бал отправились 45 лучших школьников Славянского района. Пятеро из них набрали наивысшие баллы по ЕГЭ, 24 отличившихся в творчестве и спорте и 16 призеров различных олимпиад и конкурсов. Звездные школьники есть практически в каждом районе. В нашем муниципальном образовании таких ребят тоже немало. Среди них Алла Непомнящая, выпускница лицея номер 1. Она одна из немногих набравших 100 баллов при сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. Многократный победитель олимпиад по литературе, обществознанию, биологии. Благодаря своему трудолюбию и целеустремленности Алла окончила школу с золотой медалью. Она поделилась с нашей съемочной группой своими эмоциями. Я на самом деле очень сильно волнуюсь. Несмотря на то, что я была на репетициях, все равно все сюрпризы еще не раскрыты. Все равно ожидаешь еще какого-то чуда. И на самом деле даже немножко страшно. Потому что... я надеюсь, действительно, что все будет хорошо, что все пойдет как можно лучше. Я абсолютно уверена, что я не пожалею о том, что туда поехала, и я советую, не то чтобы советую, но я была бы очень рада за других детей, которые бы туда попали в следующем году. На губернаторский бал Аллу провожала мама, Светлана Шевченко. В этот день женщина испытывала волнение, радость, а самое главное – гордость за дочь. Я очень счастлива и рада, что моя дочь участница губернаторского бала. Мы мечтали об этом, мечта сбылась моей дочери. Я думаю, что она заслуженно попала. Она у меня умница, медалистка. Вот, она стобальница. Я считаю, что она достойна чести представлять наш район славянский. Пора экзаменов уже позади. Платья и костюмы давно готовы. Движения танцев разучены. Впереди один из самых долгожданных праздников – выпускной. Ведь он бывает только раз в жизни, а участие в губернаторском балу – особенная честь для бывших славянских школьников. Ура! Мы едем на бал! Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».